Я, конечно, люблю, уважаю, ценю, хотя я их обоих люблю, ценю, уважаю одинаково. Мне нравится больше Фил Хит, безусловно. Вы знаете, заметьте одну такую тонкую грань между этими людьми. Они оба потрясающие спортсмены. Но Кай Грин, который все время, я философ там, мне нужна машина, там мне ничего не нужно, я весь в капюшоне, бодибилдер такой, правильное питание. Он человек злой. Это видно по его лицу. Он человек завистливый и злой. Фил Хит человек открытый, добрый. Поэтому он чемпион. Не знаю. Но он лучше. Мое мнение лучше. Да, конечно, на Арнольде Классик я специально взял билет, сел в середину, чтобы смотреть и оценить это вживую. Кай лучше был сзади, безусловно. Он довелся до конца. Фил немножко расслабился. Но все равно эстетика вот эта вот, круглая, вот все вот это вот, Фил лучше.